Впечатления от конференции очень хорошие, все организовано очень классно. А самое главное, мое отношение к любым мероприятиям, которые направлены на то, чтобы хоть как-то повысить уровень безопасности полетов у нас в Российской Федерации, я только это приветствую. Поэтому, грубо говоря, я пользуюсь практически любой возможностью поработать с аэропортами, с авиакомпаниями для того, чтобы, ну, поделиться своими знаниями, которые у меня есть.